мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали, искреннюю и широкую народную поддержку инициативы присвоения почетного высокого звания «Город трудовой доблести». Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время. А сейчас от всей души поздравляю и перечислю эти города, жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иваново, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей. Только что тоже о них было сказано. Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов, новых трудовых свершений. Спасибо большое за работу и благодарю вас за внимание.